Привет, друзья! Сегодня я снова пришел на разборочку. У нас получается сегодня очень ветрено. Настолько, блин, ветрено, что так попадает в глаза пыль, что просто невозможно, блин. Ветер такой сильный, хотел на дроне здесь пролететь. Дрон даже не взлетает. Настолько, блин, ветрено. Здесь немножко среди машин не так сильно, но когда выходишь там снаружи, вообще жесть. Пришел поискать подписчику деталь, а именно проводку на Nissan. Сейчас будем искать этот Nissan Titan. 2005 год, объем двигателя 5,6. Сказали, что есть такое здесь. Сейчас его найдем. Нужно найти, где здесь все пикапы стоят. А потом уже искать именно Nissan. Вот диски валяются крутые. Так просто заглянул вам показать. Кстати, здесь столько много машин убрали. Так, вот уже вижу первый пикап. А это что? Потихонечку. Бумер стоит. Кстати, бумер со мной сегодня собирался ехать. Один подписчик на разборку. И он на эту разборку со мной не попал. Он хотел БМВшечки посмотреть. Так, ну что тут по БМВшечкам? Ничего. Или что-то можно выцепить? Ну, тут целая куча всего, я уверен. Он очень хорошо разбирается в бэхах. Я уверен, он бы что-нибудь нашел интересное здесь. Надо с той стороны глянуть. How's it going? Oh, I'm sorry. Oh, just wanna check this car. Yeah. Говорят, что здесь есть эти самые в бэхах сюрпризы. Сейчас посмотрим, есть ли тут сюрприз. Нужно вот эту вот фигню проверить сейчас на eBay, сколько она стоит, что можно ее будет забрать. Так, глянул я эту детальку на eBay, решил не колупаться из-за нее, из-за этой детали. Так, идем дальше, ищем Nissan. Блин, надену маску, потому что пыли столько, что ужас просто.
Так, что-то совсем тухло. Это Nissan Pathfinder. Ни одного Nissan еще не встретил. Титана. Так, ну что, походил я. Сходил только что назад на кассу. Спросил, точно здесь есть Nissan Titan. Сказали, нет, не точно. Сказали, что Титана есть. Точнее, что Nissan'ы есть в этой стороне. То есть я правильно искал, но я не нашел. Ну все, тогда выхожу. Сказали, я в правильной стороне. Сказали, там в конце, в углу должны быть Nissan. Да, я нашел Nissan. Одни Pathfinder или как их там, Pathfinder. Все уже. А дальше легковушки пошли. Так что такая фигня, блин. Нету чего-то. Именно титанов нету. Ну, по этим разборкам можно целый день совкаться тут, искать чего угодно, если автобизнесом заниматься. Ладненько, все. Подписчик остается без проводки. Так, ну что, ничего подписчику не нашел, блин. Значит, нужно покушать. Купил кока-колу. В Америке пьем только кока-колу всегда. Очень вредно. И купил таких 3 тако. Прям обожаю вот на каких-нибудь стройках кушать. Это прям мое. Так. Отдал за это $7. Все, ребят. Попробовал помочь подписчику, но не смог. Потому что не нашел нужной машины. В принципе, этих джанкьярдов целая куча. Можно ездить и искать хоть целый день. Но как бы выходной есть выходной. Ради интереса съездил. Не получилось. Пацан к успеху шел. Ладно, мне приятного аппетита, а вам пока-пока.